Друзья, если вы только начали играть в RDO или GTA Online, чувствуете, что никак не можете накопить на первый офис или первую роль в игре, устали уже от нудного фарма игровой валюты, то для вас есть отличное решение. Это, конечно же, буст вашего персонажа в игре, как в RDO, так и GTA Online. По ссылке в описании вы перейдете в самую надежную группу по прокачке и выберете тот пакет прокачки, который поможет вам наслаждаться игрой и не страдать. А выбрав пакет от Зефа, вы обеспечите себя всем необходимым на долгое время игры. И помните, играйте в удовольствие. Всем привет, вы на канале Зефа, с вами как всегда Александр. Сегодня мы с вами поговорим о GTA Online и о новой еженедельной смене акций и бонусов в игре. Я только начал играть в онлайн, точнее вернулся после долгого перерыва, так что не судите строго. Но постараюсь все рассказать самое главное и не затягивать. На этой неделе есть что рассказать и что выполнить, ведь в игре проходит месяц Хэллоуина, а значит ивентов будет много. Могли и в RDO что-то подобное сделать, но увы, только в GTA получаем такое разнообразие. Друзья, к вам небольшая просьба, подпишитесь на канал и поставьте лайк под роликом для нашего канала, и лично для меня это важно. Да и по активности вашей под роликами по GTA Online я пойму, что тема вам интересна. Начнем, наверное, с ивента, который сейчас начался в игре. Это сбор тыкв светильников. Я не в курсе, был ли этот ивент в прошлых годах, но для меня это новый ивент и достаточно легкий. Ведь для успешного прохождения ивента нужно собрать 10 таких тыкв, а самих тыкв на карте аж 200 штук. Поэтому пройти такое испытание не составит труда. К слову, уже есть и карты с обозначением расположения тыкв. При сборе таких светильников вам будет выпадать сладость или гадость. Сладость — это зачастую какие-либо игровые предметы по типу закусок, бронежилетов, может упасть опыт, а могут и деньги. А гадость — это импульсный удар, к примеру, шокером может тряхнуть вас, или вы можете уйти в угар. Довольно прикольно сделано. А как только вы соберете 10 тыкв, вы получаете маску. Она же будет у вас, и через стиль вы можете ее одеть. Выглядит неплохо. А также придет на ваш счет 50 тысяч долларов. И на этом еще не все, друзья. Вы можете продолжить собирать тыквы и получать мини-награды, то есть сладости или гадости. Также Rockstar открыла доступ к новому автомобилю в игре. Авто очень неплохое, это четырехдверный универсал, который по внешнему виду похож на BMW. По своим характеристикам чувствуется, что это не прям быстрый автомобиль, но для такого универсала скорости хватает. А вот тюнинг точно порадует каждого. Тут хороший набор обвесов, даже на крышу можно поставить такой вот багажник, изменения выхлопной системы тут порадуют каждого. А вот расцветки мне особо и не понравились. Все чисто гоночная, с номерами. Я люблю, когда можно поставить и обычные раскраски. Есть, конечно, полосы, но это не то. Ах, да, цена на автомобиль чуть больше 1,5 миллиона. Дороговато для такой машины, но я, конечно же, ее себе купил. На этой неделе Rockstar предлагает всем игрокам собрать 3 маски под стать тематике Хэллоуина. Одну вы получаете практически сразу, как только войдете в игру. Это маска завоевания. Я ее получил, как только вошел в игру. А если вы вступите кому-то в организацию, то получите коричневую винтажную маску Фрэнк. А если продадите спецгруз, то вам придет еловая маска вампира. И кстати, Rockstar сделала бонус 50% на продажу спецгруза, как по опыту, так и по долларам. Следите за обстановкой в небе, держите под рукой вашу камеру. Местные жители сбиты с толку рассказами о таинственном воздушном судне, которое периодически мелькает над городом. Если до конца месяца вы сможете заснять каждое его появление, вас ждет награда от одного щедрого энтузиаста. В этом месяце очень выгодно проходить режимы маньяк и выживание с пришельцами. За данные режимы вы будете получать вдвое больше опыта и долларов. В режиме маньяк все довольно просто, один маньяк с обрезом и жертвы с фонариками, а если жертвы смогут продержаться 3 минуты, то получают оружие как у маньяка, побеждает команда, устранившая своих врагов до окончания таймера. А вот в выживании вам предстоит облачиться в костюм пришельца и бросить вызов различным секретным организациям. Автопарк в автосалонах также обновился, можете заглянуть как в люксовый, так и в обычный и посмотреть, что вам там приглянется. Скажу так, игроку, у которого и так есть практически все авто, делать там особо нечего. А вот новичкам и тем, кто еще не стал автолюбителем, можно и присмотреть что-нибудь для себя. Также Rockstar начисляет вдвое больше долларов и опыта за задание особого транспорта. Скажу так, задание довольно интересно, а если учесть тот факт, что проходил я их года 3 тому назад, то на этой неделе я точно освежу память и пройду все задания из этой серии. Их запустить можно будет в вашем офисе, став шефом организации.
Скидки также имеются. В игре на этой неделе это скидка 40% на транспортные склады, а также склады для спецгруза, 30% на все оружие. Я как раз бластеры не покупал еще, а также на некоторое авто. Вот такая неделя у нас GTA Online. Лично я не могу сказать, хорошая или плохая, я только вернулся в игру и мне все нравится. А вот ваше мнение я с удовольствием послушаю, друзья. Пишите, как вам бонусная неделя в игре. Всем спасибо за просмотр ролика, надеюсь, он вам понравился и был полезен. Если это так, то с вас подписка и лайк, а с меня новый ролик. Всем до встречи, друзья!